Новое производство Мрадыкова появится только через 5 лет. Именно столько времени понадобится для того, чтобы территория, где раньше уничтожалось химическое оружие, стала безопасной. По словам Михаила Бабича, полпреда президентов ПФО, на сегодняшний день пока неизвестно, какой инвестор придет на этот объект. Но уже сейчас ведутся переговоры с крупными компаниями. Желающие есть, и их достаточно. Сейчас в Мрадыкова есть все условия для предприятий химической промышленности. Есть необходимые технологии и обученный персонал. Напомню, отравляющие химические вещества на объекте Мрадыковский уничтожались с 2006 года. Работа была закончена осенью 2015 года.